год, 15 февраля, тысячи воинов-афганцев, членов их семей, собираются в это памятное место, ровно напротив церкви, которая в народе называется афганской, для того, чтобы дать дань всем тем, кто не вернулся с Афганистана, тем, кто служил в Афганистане. Вот такой символичный и очень красивый памятник воинам-афганцам. Миллионы людей знают этот памятник. Это очень интересный и красивый комплекс такой, который посвящен воинам-афганцам, прежде всего тем, кто погиб в Афганистане. Многие киевляне здесь бывают, то есть не только участники боевых действий, но многие просто киевляне сюда приходят отдать дань всем тем, кто служил в Афганистане. Здесь символизируют вот наши березки. Березка так дерево славян, для меня так оно ассоциируется всегда. И эти березки, вот они плачут, да, плачут по тем погибшим, которые не вернулись с афганской войны. Также вокруг памятника находятся плиты, на которых выбиты фамилии тех, кто не вернулся с Афганистана. На одной из этих плит выбита фамилия Красовского Петра Станиславовича, с которым я летал в одном экипаже, который погиб в 1989 году. Помним их, помним, лишним память. В памяти погибших в Афганистане вышло, что самому субит таж. В преддверии дня 8 марта поздравляю вас, дорогие моему сердцу дамы, с этим прекрасным праздником. Мы сейчас находимся в таком месте, в сердце памяти, в памяти о тех ребятах, которые не вернулись с Афганистана. Здесь представлены фотографии всех погибших киевлян и семей, которые проживают сегодня в Киеве, в Афганистане. Вас непосредственно коснулась эта война, не только тех, кто служил, но и вас, членов семей, коснулась эта война, и в данном случае для вас это говорю. Ну, мы сегодня, да, вот вы, Татьяна, значит, возглавляете эту организацию, киевскую организацию семей погибших военнослужащих в Афганистане. Делаете очень много для того, чтобы продолжить вот общение, чтобы наши дорогие члены семьи не оставались один на один, как минимум душой и сердцем. Да? Мы с вами общаемся давно. Галя Красовская для меня просто самый родной, наверное, человек, я прошу прощения. Да? Мы с Петром Станиславовичем летали в одном экипаже. Вот. Для меня это член семьи Галина Николаевна Красовская. Самая поддержка. Поздравляю вас с наступающим. Спасибо. Спасибо. Почитаемая икона всеми солдатами. Глядя на эту икону, испытываешь определенные какие-то вот чувства, что называется, неземные. Икона, где мы видим, солдаты просят Деву Марию, просят, ну что они просят, чтобы вернуться живыми с войны. То есть очень уникальная икона, за которую сейчас, может быть, мы расскажем, наверное, больше, да? Что да, это у нас в Киеве, в нашем храме, находится единственная в мире икона Богородицы, которая находится на облаке. В руках она у себя, на левой руке держит сына. И все идущие на войну ей поклоняются, молятся, чтобы вернуться живыми, и чтобы их семьи, которые остались, и земля, родная земля, которую они идут защищать, тоже были живы, благополучие. И они молятся ей, чтобы вернуться живыми, и Богородица. Это единственная в мире икона, такого ручного. Именно иконописец писал, и она излучает невероятное количество энергии жизнетворящей. Поэтому и находится рядом Киево-Печерская лавра, поэтому очень многие приходят поклониться в Киево-Печерскую лавру. Но не все знают, что есть еще и такая
животворящая икона, которая находится здесь. Вот у нас в комитете Татьяна Петровна тоже рядом. Такой оберег для всех солдат. Да. Солдат бывших не бывает. Это очень большой оберег для солдат и семей. И семей, да. И есть он у нас в Киеве. Здесь находится.